Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу с вами поделиться очень хорошей новостью. К нам наконец-то пришла новая видеокамера. Вот так она выглядит. Камера Sony FDR AX33. 4К. На эту камеру мы собирали на стриме. Благодаря вам большая часть суммы на эту камеру была собрана. Остальную часть добавили мы. И вот эта камера у нас. Как мы с вами и решили, взяли более лучшую версию. Предыдущую версию не стали брать. Решили перейти на новый уровень качества. Камера очень большая. Раза в полтора, наверное, больше, чем предыдущая камера. И помимо качества в 4К, здесь еще есть ночная съемка, что для меня было небольшим удивлением. Я не знал, что так бывает. Так, по нажатию одной клавиши она снимает ночью. Так что, возможно, у нас будут какие-то ночные съемки. И вообще, качество картинки теперь улучшится. Когда мы будем ходить с Иваном вместе на рыбалке, я буду также снимать на эту камеру, как и раньше. И вы будете смотреть видео в лучшем качестве. Если будет Иван ходить один на рыбалке, то он будет использовать старую камеру. Благодарим всех тех, кто поддержал нас, наш канал, тех, кто внес вклад в развитие нашего канала. Благодарим от всей души. Для канала это новый этап развития. Надеемся, теперь наше видео будет еще интереснее смотреть, и эффект присутствия будет более значительный. У этой камеры много режимов, поэтому первое время я буду экспериментировать, буду пробовать разные варианты, потому что на качестве в 4К объемный звук не работает, работает только два канала, то есть стереозвук. Еще можно снимать в качестве Full HD, но 60 кадров, и при этом будет работать объемный звук. Поэтому несколько вариантов разных будет, я буду спрашивать вас, как вам больше нравится, и вы сами выберете, в каком варианте вам будет лучше смотреть. Я искренне рад этому приобретению, очень долго ждали, очень долго хотели. На этой радостной ноте я закончу. Желаю всем здоровья, успехов, счастья и быть добру. Увидимся в новых видео с новым качеством.